всесоюзным. В этом всесоюзном институте кинематографии учились люди действительно со всего, в частности, и евразийского пространства. Я вот сколько, я закончил диктом 40 с лишним лет тому назад, я не помню ни одного раздраженного или неприязненного слова, чтобы один гиковец даже не сказал, а почувствовал по отношению к другому гиковцу. То есть тот гик был плавильным котлом вот этого изначального чувства дружбы и соратничества, и сотрудничества на всю жизнь вот этих частных людей из этого великого евразийского пространства. Поэтому мне кажется, что вот возрождение этого чувства – это одна из самых таких мощных и настоящих задач сегодняшнего процесса возвращения человеческого лица этому огромному жизненному пространству. Возвращение человеческого лица и человеческих связей. Потому что то охлаждение, которое произошло, оно тоже не охлаждение, а следствие невнимания вот к этому важному внутреннему, важнейшему внутреннему двигателю энергетическому вот этих свойств и качеств. И вот я вовсе не хочу похвалиться, но хочу вспомнить, что лет, да, тоже 20-25 тому назад была такая инициатива, которая высказана была замечательнейшим поэтом, нашим общим другом Алжасом Амановичем Сулейменовым, который был тогда председателем комитета по кинематографии. Он говорит: слушай, ну давай наберем в Абгейке вот просто целевую казанскую мастерскую, совершенно с особой программой. Ну да, мы тому говорили нашему министру Филиппу Тимофеевичу Ермашову, он говорит: давайте, давайте, тем более такая студия прекрасная. Нам сегодня показали фотографии в 100 раз прекраснее студии, чем та была, но та была тоже очень хорошая. Но номер был в том, что там было некому работать. И он сказал: ну давай, наберем. Набрали. И когда мы набирали, значит, Сулейменов сказал мне: если будет один или два человека, которые будут работать в практическом кинематографе, это, говорит, очень хороший результат. Очень. Изумительный результат. Вот мы набрали эту мастерскую, мы занимались по, так сказать, особой программе. И в результате, вот я просто несколько фамилий вам скажу, Абай.